волнение присутствует, но оно не, ну, оно мне не мешает. А мне мешает то, что я не могу справиться с собой. Именно вот когда катаю программу, перед программой я абсолютно спокойная. А во время я уже начинаю что-то переживать там за элементы, и иногда получается так, что я, ну, падаю там или там что-то не докручиваю, вращения какие-то. Это очень тяжело, это очень выматывает. Это я уже прихожу домой, я никакая, но еще надо помнить про школу, то, что все-таки 8 класс это уже, ну, достаточно серьезно, и надо еще не забывать то, что мне там еще дальше поступать куда-то, а я еще и в мед хочу. Как сказать, ради чего я занимаюсь? Я занимаюсь для себя, только ради себя. Не то, что просто форма какая-то, чтобы в форме себя держать, а для того, чтобы, ну, как-то вот, ну, не сидеть на месте. Сейчас мои ровесники совсем ничего не делают. То есть, нет, не то, чтобы они ничего не делают, там, ну, не ходят в школу, но у них достаточно скучная жизнь. То есть я как бы занимаюсь фигурным катанием, я путешествую, получается, как, по разным городам. Я, ну, как бы занимаюсь к тому же, это полезно.